Ну вот, друзья, поросята едят из корыта, всем хватает места и уж тем более еды. Еда у них даже еще остается. Сейчас мы им порцию увеличили. Вон они, прямо копытами залазят в корыто. Поросята — это такая скотина, то есть они прям любят в еде поваляться. До этого у них порция была вот ровно тазик. Мы им ставили вот в это корыто с невысокими бортиками, но широкое. Чтобы им здесь было удобно есть и при этом, чтобы вот эта еда, которую они там копытами выворачивают, переворачивают, чтобы она не вылетала на пол, чтобы там в корыте оставалось, и они потом могли продолжить есть. Сейчас вот порция у них постепенно увеличивается, мы им сделали вот в это корыто. Эти корыта здесь всегда были, есть, и они здесь будут. Новые здесь не надо рубить. То есть все, они всегда здесь были. Не знаю, почему их не замечали, когда писали, что надо сделать деревянное корыто. Сейчас вот им уже удобно есть из этих корыт. То есть всегда как бы такой вот этап идет. Сначала вот в это корыто мы делали. И когда поросят у нас было большое поголовье, то мы разваливали прям еду по разным корытам, кашу, чтобы она быстрее остывала. Чтобы они уже потом спокойно могли зайти и поесть. Потому что каша тоже остывает долго, даже зимой. Вот в это корыто развалил, широко, все, всем удобно. Мне там писали, что нужно порции делать на каждого поросенка по ведру. Ну, это вот за раз. То есть у них остается еще. То есть вот то, что мы им даем, у них еще остается. Они не доедают порой. Примерно вот плюс-минус, как бы вот им даем немного с запасом. Друзья, всем огромный привет. Всем привет. Сейчас в двух словах о наших планах на завтра. Завтра мы с Катей собираемся ехать на рыбалку. Сборы у нас будут проходить в 5 утра здесь у нас. И поедем мы втроем. Я, Катя и мой дядя еще поедет. У нас на втором канале про лес, где мы ходим в походы. Примерно где-то 2 года назад, ну да, кстати, как раз 2 года, это осень была, вышел ролик, где вот мы втроем сплавлялись и рыбачили. И вот сейчас, спустя 2 года, повторим, можно сказать, ролик, только поедем мы уже на другую реку. Я бы так сказал, более рыбную. Поездка у нас будет долгой, и в одну сторону там больше 100 километров надо ехать. Мы сейчас собираемся, собираем все вещи, подготовили пилу, чтобы заготовить дровишек, топор, все снасти, сапоги, посуду. И Катя сейчас еще будет печь пироги. Возьмем пироги соленые, сладкие, с капустой. Там будут и с конфетками еще будут. То есть напечем, чтобы там не отвлекаться, была готова еда, чтобы можно было есть. Но самое главное блюдо, которое там будет, это свежесваренная уха. Вот это прям то, зачем мы едем на рыбалку. Не то, чтобы там наловить побольше рыбы, там забить морозилку, а именно, чтобы поймать свежей, крупной, хорошей рыбы. И там прям разделать ее и сварить свежую уху на костре. Это вот, это, пожалуй, самая настоящая уха вот из только что пойманной рыбы и сваренная на костре возле реки. Ее вкус там, ну, ни с какой другой ухой не сравнишь, там, с какой-нибудь морской рыбой сваренной или еще что-то. Вот это прям самое настоящее. Мы как-то были на этой реке, я рыбачил там, но это было очень-очень давно, был я там один раз. Так что вот сейчас вот поедем, повторим эту рыбалку. Значит, выдвигаемся мы 5 часов утра, точнее, собираемся в 5 часов утра. Нам надо будет наловить живать. И на той реке, кстати, вот по поводу рыбы, кому интересно, там сейчас туда ездят за лещом и за судаком. Может, еще что-то ловят, не знаю, но вот мы поедем именно за этой рыбой. Как нам повезет, не знаю, посмотрим. И едем мы туда минимум на сутки. То есть утром уедем, там прорыбачим день, прорыбачим ночь. Оно может быть по-разному. Днем может вообще не клевать, клев начнется ночью. Или наоборот, будет клевать днем, а ночью клев спадет. Так что будем всю ночь сидеть у костра. А утром уже решим. Либо ехать домой, либо еще день можно будет порыбачить. В общем, все будет зависеть от того, насколько будет удачная рыбалка. Вот вкратце, такие вот у нас планы. Так что надо сегодня лечь пораньше. Сейчас Катя все приготовит. Всю еду соберем, все вещи соберем. Надо не забыть посуду обязательно. Ложки, кружки, чашки, поварешки, котелок я приготовил. Взяли огурчики, помидорчики, еще, в общем, все необходимое. Заварим чай в термосе и поедем. Так что надо сегодня лечь пораньше, чтобы выспаться, чтобы там завтра не ходить,
не клевать и спокойно рыбачить. Так что все, завтра встаем с утречка и едем на рыбалку. Таких вот, таких, нормально сейчас хватит, и с этого места, наверное, возьмем мелких, выбрасываем, это уже выбросим. Один раз грузили, поймали меня на 1,5 килограмма. Вот так. Дырка это, ничего, пойдет. Ну как, Катя, выспалась? Немножко не выспалась. Легли поздно, встали рано, рано утром. Хотя хотели лечь пораньше. Ну ничего, сейчас расходились уже более-менее. Угу. Красота. Туман. Сейчас он уже начинает рассеиваться потихоньку. Потому что солнышко встает. Мы едем, время уже 6:50. Светит солнышко, прямо нам в глаза, ехать немного неудобно, потому что все сливается. Катя уже проголодалась. Я хорошо. Пироги пошли в ход. Чем свежее, тем вкуснее. Наверное, километров через 15-20 будет родник. Будем набирать воду с собой. Взяли так немножко в бутылочках, и основное будем набирать на роднике, чтобы попить и приготовить поесть. В общем, вот сейчас едем. Виды очень красивые, туман рассеивается. Круечка текла. Проехали мы сейчас где-то уже половину пути. Общий маршрут протяженностью 223 километра у нас получается. Я вчера говорил, что больше 100 километров, вот больше 200 даже километров, это до места, куда мы, получается, вот едем, прям до самого. Но где мы точно остановимся, пока не знаем, потому что места вакантные, разбираются, и, возможно, придется где-то там еще покататься, поискать хорошее место. Сейчас пока едем, красивые осенние краски, лес уже местами пожелтел и покраснел, но еще не весь, много зеленого. Мы уже почти приехали, осталось около 800 метров, едем вот по такой грунтовой дороге. Ханяк, видел? По-любому заснял, толстый такой подбегал. Может, да, но я тут в экранчик смотрю, тут все мелкое, я не вижу. Вот дорога такая. Нормально. Более-менее нормальная, да. Но в дожди здесь, конечно, если долгие затяжные дожди, на хороший внедорожник так просто не проедешь.
Катя, несколько слов о поездке. Пока все нравится. Едем где-то в кустарнике. Это еще пока самое начало. Я сейчас полдороги спала. На рыбалке главное, чтобы клевало. Сейчас приехали к тому месту, где мы собирались рыбачить. Но здесь, к сожалению, занято. Стоят машины, стоят палатки. Сейчас сходим, проверим, как у них там дела. Ловится что-то, нет. Это рыба. Ну, у того крайнего тоже парочка таких. Так, ну вот, значит, рыбалка идет сейчас. Сделали несколько кадров. Прям при нас вытащили хороший экземплярчик. И там были еще покрупнее. Килограмма на 3, да, он показывал? Да, где-то, да, где-то. Вот мы сейчас отъехали немножко. Тут буквально, наверное, метров 100-150. Дрова есть на месте, все. Сейчас будем располагаться. Уже лежат березовые дровишки. Так, и вот само место. Все здесь, да, значит, будем? Вот там вот. Ну тут видишь, вот тут яма. Вот тут яма, а тут вот уже дальше идет опять борозда. Люди отдыхают и не всегда культурно оставляют за собой мусор. Сейчас мы тут немножко приберемся, соберем, чтобы хоть сидеть в человеческих условиях. Значит, давно видимо было? Я говорил, что подергиваться. Но все не хочет. Оно прям так хорошо долбило. Первая поклевка у нас. Ну вот мелочь. Ложная тревога. Была поклевка, но сорвалась. Самое главное, что была поклевка, значит, это уже хороший признак. Сейчас была первая такая хорошая поклевка, до этого у нас тоже удочка немножко подергалась, но там ничего не было, доставали, смотрели, червяк целый. Сейчас прям хорошо клюнуло, но немножко поторопились, рыба сошла. В следующий раз постараюсь заснять прям поклевочку хорошую. Надеюсь, что она еще будет, и не последняя, их будет еще очень много сегодня.
рыбачим мы на донку, на червя и вот так вот с кормушкой. Мы сейчас закинули 4 удочки, пока еще только 2 на живца и 2 на червя. Пробуем место, посмотрим, как здесь будет клевать. Нет, но вот поклевки уже были. Это хороший признак. Если все нормально, то потом еще удочки оставшиеся будем доставать. Сейчас пока, в общем, пробные такие у нас забросы делаем. Посмотрим, что из этого выйдет на этом месте. Сейчас была очередная поклевка, и крючка уже нет. Это, скорее всего, была щука. На мелочь села и все. Оторвала, ага. Сначала мелочь, потом она на мелочь. Что у меня? Есть вообще? Нет, что тут? Так, это большие какие-то. Лодка проплыла и пошли волны. Как на море. Все, полностью откушено. Все. Нас опять щука. Сейчас откусила сразу же с кормушкой. Если в прошлый раз она кормушку хотя бы оставила. Все, вот пустая. Садится на это, на удочку. Наконец. И все, и сейчас все полностью сдернуло. Вторая лодка появилась на горизонте. Небольшой, да? Нет. А нет, все, опять нету. В чем дело? Не понял я вообще ничего. Почему? Бровка что ли, блин, там? Зацеп какой-то идет. Ну оно да. Так прям раз. Да был. Сидел он сначала, сидел. Фигня, короче, какая-то. Опять пусто. Получше, лишь бы вытащить получилось. А то опять кто-нибудь пойдет куда-нибудь. Вон что, блядь, делать. Первый улов за сегодня. Вот теперь уха точно будет. Ну, килошечка максимум. Катя только ушла, и у нас все, удачная поклевка. А я только подумала, я сейчас уйду, и они поймают. Вот в чем дело-то, оказывается, было. Да. Рыба просто меня стеснялась.
Вот такая небольшая сковородочка, грамм 800 где-то будет. Мы сейчас поедем, заготовим дров на ночь. Мы тут притащили то, что там было наверху. Этого хватит, ну, буквально на пару часов. Здесь вот там вот трава лежат. Мы сейчас поедем, заготовим еще. Катя, ты остаешься за главную. Следи за удочками. Если что, подсекай и вытаскивай. Мы потом приедем, там уже забросим. Нас не будет где-то, наверное, минут 40, может даже час. Напилим побольше дров, чтобы всю ночь сидеть у хорошего костра, чтобы он горел. На природе это самое главное, костер, потому что ночь сейчас уже холодная. Нам будет обогреваться. Так что поедем, ты следи за удочками. Ну тут три основных, те пока так стоят. Часовой рыбак у нас решил немножко вздремнуть. Сегодня не выспался. Поклевок не было, пока мы ездили. Соседи у нас по рыбалке слушают музыку. Стало повеселее. Так. Сейчас перезабрасываем удочки. Черви целые. Сейчас вот, видимо, время заглушия. У нас немножечко поклевало. Прям так с подряд. И все. Потом как обрубило, мы как уехали. Все, тишина. Дров заготовили хорошо. Хватит на всю ночь. Сухая береза. Там лес возят. И вот такие вот верхушки остаются, хлысты. Их там прям оставляют для рыбаков. Потому что здесь рыбачат часто. И эти дрова уходят в лед. И тем, кто занимается дровами, возит лес, им прибираться не надо. И для рыбаков такая вот помощь. Мы их напилили вот на такие длинные, чурочками не назовешь, но на такие длинные хлысты. Сейчас будем их еще пилить на чурки. Где-то на 2-3 чурки тут будет выходить, где-то на 4. Все, наколем, дровишек запасем. Всю ночь можно сидеть у костра. У нас уже где-то часа 4 не было ни одной поклевки. Поклевки были, но они такие очень вялые.
Солнышко уже село, сейчас где-то около 8 часов. Мы развели костер и будем варить уху. Рыбу уже почистили. Ну, что сказать, день сегодня проходит просто отлично. Такая вот кругом красота. Можете посмотреть. Рыбу мы наловились, отдохнули. И сейчас вот еще сварим уху. Надеемся, что у нас будет еще такой, можно сказать, ночной клев. Где-то часиков, может, 10 начнет клевать, может и не начнет. И также еще надеемся, что клев будет утром. Когда вот только-только начнет светать, можно будет половить. В такое время, как правило, клюет крупная рыба. Но посмотрим. Главное, что рыбу уже поймали, получили это удовольствие от ловли рыбы. Катя греется у костра. Прохладненько стало. Ну да, прям ощутимо. Сейчас еще роса начнет отпускаться. Чувствуется у речки, это очень заметно. Все вещи там, все на столе. Встает такое сырое. Вот сушить у костра. Ну и вообще будем сидеть у костра сегодня вечером. Греться, сушиться. Соседи у нас там тоже ловят. Он уже светлячки одели на удочки. Повесили вот такой сигнальный маячок. Когда удочка находится в покое, то он не горит. Как только к ней прикасаешься, то есть идет клев, маячок начинает гореть. У нас две удочки со светлячками. Одна не горит, а вторая моргает красным. Если начинается клев, то загорается зеленый свет. Начинаю подсекать и вытаскивать. Сейчас вот она только что начала моргать зеленым. Но тут же потухла обратно красный. Может, мелочь какая-то проплыла, может, мышь летучая. Они сейчас начинают, мыши летучие, над водой летать. Кто-то приехал. На четыре части. Где же моя? И горох. Перец. Горошком. Уха у нас сварилась. Сейчас достаем рыбу. Выкладываем ее отдельно. Она остынет, и потом можно будет ее поесть. А перед этим будем хлебать бульон с картошкой и с зеленью. Сейчас стоит аромат ухи.
для ухи сегодня целый день готовили место. Понемногу ели пироги, которые напекла Катя. И вот сейчас уха у нас. На свежем воздухе красота просто. Из свежей рыбы. Только что пойманной. Угу. Тут главное самое. Главное ничего лишнего. Там. Я вот сразу разницу почувствовала. Когда замороженная рыба, она все-таки... Вообще другое. Я вот помню, в прошлый раз мы варили. Прям... Вообще. Ну тут ты понимаешь, ты тут своими руками, вот она, клюнула, поймал. Тут же приготовил. Тут же приготовил, тут же съел. Я помню, мы в охотку тогда тоже приготовили. Это уж... А сколько лет назад мы ездили-то сюда? О! Ну, мы сюда, в другое место ездили. Ну, лет 5-то нет, минимум. Нет. Уже, наверное, лет 8-10. Ну, может быть. Че? Ой, красота! Навариться. Ужин у нас сегодня был очень вкусный и особенный, потому что такой ужин можно или обед, или завтрак, неважно, попробовать только на рыбалке. Уху из свежей рыбы прям сварили, горяченькую, с костра сразу же поели. Сейчас у нас еще вскипел чайник, заварили чай в термосе, заварится, еще попьем чай и будем продолжать рыбачить. Надо будет еще за ночь немножко вздремнуть. Утром также все внимание на рыбалку пристальное. Сейчас у нас удочки стоят постольку поскольку. Утром, значит, попробуем еще основательно порыбачить. И ближе к обеду, наверное, поедем домой. То есть там чуть пораньше, чуть попозже посмотрим. Все будет зависеть от того, как будет клевать. Сейчас пока сидим у костра, дров очень много. Будем жечь костер. И если будут какие-то интересные моменты, что-нибудь поймаем, то обязательно будем все это снимать. Поймать бы нам какого-нибудь подлещика на 3-3,5 килограмма было бы замечательно. Это был бы трофей. Сейчас пока вот так вот сидим. Ты, Катя, не замерзла? Нет, мне тут у костра хорошо. Костер согревает сегодня. Вообще насквозь сырой. Ага. Сверху, а он ничего. Нет, я, а внутри? Да, вот сверху. Тоже идет. Ага. Часть. Пропиталась насквозь. Интересно. Это вообще здорово было. Сороки все ближе и ближе к нам. Все ближе и ближе к столу подбираются. Утренняя поклевочка. Первая. За всю ночь. Ночью вообще не было поклевок. Сейчас вот утром. Вот она, трешечка. Вот она, трешечка. А это вот уже на три. Хороший экземпляр. Да. Это, наверное, сегодня трофей наш. Да, наверное. Трофейный. Трофейный. Вот она. Вот он, красавец. Вот он. А? Вот. Вот он. Вот это уже серьезно. Да, это уже красавчик.
Вот, друзья, нежданно-негаданно, мы уже думали, все, ну не будет. Все, вот он, 3,5 где-то. Нормально. 3,5? Ну где-то да, не меньше. Трофейчик. Какой он тяжелый. И скользкий. Хороший экземпляр. Вот. Радость. Забрасывать. Еще может что-нибудь дадут. Клев только начинается. Вот помельче. Сразу же еще одна поклевка. Давай, Катя, только не упади. Ты мне воду его. Оставь. Воду. Он небольшой вопрос. О, отцепился уже даже. Сам. В последний момент. Но. Ну, 500 грамм. Вечером потихоньку одевались, потом потихоньку раздеваться. У нас на одной закидушке сработал флажок. Сейчас посмотрим. Легко идет. Ничего нету.
Все, друзья, наша рыбалка подошла к концу. Мы возвращаемся обратно, едем в сторону дома. Наш улов в общей сложности составил 6 лещей подлещиков. Один у нас был трофейный. Предположительно, по весу он был больше 3 килограмм, где-то 3,5, наверное. Ну, это так. И один налим нам ночью попался, но он был совсем маленький, мы его тут же отпустили. Это он нам попался на живца. Не заглотил ничего, цел, невредим. Мы его отпустили сразу же. Хорошо посидели, отдохнули, развеялись. Кате тоже очень понравилось. Особенно мне понравилась уха. Уха, да, это прям такое хорошее будет воспоминание. И самое главное, то, зачем мы ехали сварить уху на берегу реки из свежей рыбы. Вот это прям самое-самое классное. Сейчас воспоминаний будет надолго. И надеюсь, что такую поездку мы повторим. Конечно, сейчас уже не в ближайшее время, это только на следующий год. Потому что уже скоро будет закрытие, там уже будет зимняя рыбалка. Ну и добираться сюда далеко, конечно. Это так вот раз в год выехать, для души просто отдохнуть. В принципе, это вот и все. Такая у нас получилась поездка. Вы все видели сами, как мы отдохнули, порыбачили. Сейчас приедем, будем чистить рыбу, заморозим, и потом можно будет еще уху сварить, но она будет немножко уже не такая, как на берегу реки. И надо будет выспаться, потому что все равно поспали мало, немножко вздремнули, и все, в принципе. Там все, была рыбалка, рыбалка, то, зачем мы и приехали. Ну все, друзья, всем до скорого, пока! Пока-пока!